Pelo visto. Сегодня 23 декабря, а это значит, что с вами группа Белка, да? Спасибо вам всем, что вы пришли. С вашего позволения я расскажу вам о том, что сегодня здесь будет происходить. Мы будем выступать в два этапа, в два отделения. Первое отделение будет посвящено такой, скажем, любовной лирике. Вот. А во втором мы дадим немножко жара. Так что после перерыва не стесняйтесь, присоединяйтесь, мы будем танцевать, веселиться. Артём Сериков, гитара. Thank you.
Шума ребятам, которые сейчас выйдут сюда. Это не самые огненные парни и девчонки. Господин звукорежиссер, можно немножко волнение прибрать в микрофоне? Я вижу, здесь очень много незнакомых лиц. Это очень приятно. Очень приятно. И вижу и знакомые лица. Я бега. Скажите, кто пришел на концерт группы Белка Бенд в первый раз? Скажите, пожалуйста, кто из этих людей сегодня тот самый счастливчик, который выиграл билет на радиостанции «Серебряный дождь»? Здравствуйте. Just be happy with everything you have. It's not yours. Yours is
нет. У кого было такое, что вы влюбились в девушку, но она не хочет с вами? Поднимите руку, кто не стесняется этого. Есть такие? Магия, нет таких. Это как все. Внутри себя каждый из нас посмеялся сейчас. Кто не знает, сегодня 23 декабря. На улице не очень много снега, и мы решили приодеться в белое и быть таким своеобразным снегом, вот, чтобы приподнять вам настроение к грядущим праздникам. Так что да. Окей. Who like the hip hop in the house? Tell me right now. Does anybody like the hip hop, baby? Everybody like the hip hop, right? So clap your hands under the beat. Right now, yeah. Oh, put your hands together. Put your hands together right now, yeah. Come on.
Thank you.
We probably don't have a bigger house on the hill. But if you did, just imagine, how would it feel? All right, everybody. Как ваше настроение, скажите, пожалуйста? Нас хорошо слышно? Прекрасно, прекрасно. Это очень хорошо. Вы знаете, у нас сегодня должна была быть струнная секция. Будут, возможно, не но ее нет. К сожалению, предводитель струнной секции Ульяна Волкова заболела сегодня и не смогла. Девочка не смогла, но я думаю, что мы справимся. Я думаю, что мы справимся. Друзья, у кого какие планы вообще на сам праздник, на Новый год? Может быть, кто-то придет сюда его праздновать? Есть такие люди? Хорошо. А скажите, пожалуйста, кто будет в Москве? Такой вопрос. Не так много людей. То есть, вот, все те, кто не подняли руки, уезжают из Москвы, правильно? Скажите «да», если это так. Ladies and gentlemen, what we got? What do we have after? Huh? Yo, Mr. Shaker, are you gonna play some jam? Huh? What you think about it?
Тоже уже готова, да? Ну что, может быть... Мы не будем делать перерыв, как вы считаете? Не нужен он, да? Если мы или вы устали? А, мы устали? Ребят, мы можем так бесконечно, всю ночь. Окей, let's go. If you wanna dance, if you wanna dance, feel free to dance, alright? You just can stand up and have some fun, alright? All together. All together. Yeah, we're gonna show you who's better right now. Clap your hands, everybody. Get to the tip, come on. That's right, boy. Clap your hands, everybody.
Спасибо. Все наши композиции, они полярные, как и наш земной шарик, как и, в общем-то, вся наша жизнь. У всего есть две стороны. Бывает и больше. Sounds like moon, yeah?
now. Can you tell me, please? It doesn't matter. The beautiful answer. What time is this? Doesn't matter, man. Okay. Okay. Ага.
Пимп хочет воды. Евгений Гурович, бас-гитара. Андрей Конушин, барабаны. Ребята, на самом деле вот там сидит парень по имени Виктор Жандарт, который он представлял. Дайте шум этому парню. Робоплот именно он делает магию, друзья. Дарья Павлова. Флейта. Ольга Андреева. Труба. Валерия Рессер. Бэк-вокал. Виктория Барсукова. Бэк-вокал. Ну что, друзья, танцевать будем, да? Сегодня же суббота. Вам нужно немножко расслабиться. Хотя, знаете, клуб Алексея Козлова – это прекрасное место. Для нас, на самом деле, огромная честь выступать здесь сегодня, потому что место просто потрясающее. Огромное спасибо всем ребятам, которые нас сюда пригласили. Это невероятно любезно. Вот. Потрясающая кухня. Потрясающие напитки. Maybe. S'il vous plaît, mademoiselle. Вот такая вот история происходит. Мы называемся Белка Бэнд. Существуем с января 2016 года. Нам. Почему Белка Бэнд? Вот неплохой вопрос. Скажи, какие у тебя ассоциации с этим словом? Белка? Ну, типа, ты как бы набухался, и мы взял белку. Есть еще идеи? Белый свет. Белый свет. Неплохо. Еще есть идеи? Легкость. Белка в колесе. Тоже такая, знаете... Ну да, наша жизнь довольно цикличная. И... Что? Кто-то кричит «Белорусская!». Вы знаете, да, что среди определенного круга лиц белорусская – это белка. Алло, братан, ты где? Я на белка. Белка, да. Лукашенко нам заплатил, чтобы мы назвались белка. Если кроме шуток, то это просто знаковое для нас место, где мы сочиняем, где мы репетируемся, где мы встречаемся все вместе. На самом деле, все мы здесь очень разных кровей. Вот. Тут есть и русские, и евреи, и татары, и туркмены, и вообще все подряд. Вот. У нас такой интернациональный состав, и мы живем все, конечно же, в России. Вот. В самой, друзья, интернациональной стране. В одной из самых. У нас более 120 языков. Вот вы провели сейчас немножко бровками. Я думаю, вы начали думать о США. Да? Канада. Ну, это все эмиграция. А у нас здесь, на Земле, в нашей территории, живет 120 народов, ну, как минимум, которые не просто приехали, а вот прям. То есть, действительно, они живут и всегда живут. Это прекрасная вещь, поэтому неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты разговариваешь, до тех пор, пока ты человек, это круто. Плохих людей на самом деле много, но хороших больше. Я думаю, что все здесь, кто есть, на самом деле хорошие. I assure you that's not the last time at all, 'cause we're going on.
Что это такое?
Клавиша, да. Клавишник так жжет, что у него отлетела клавиша. Бро, мы с тобой. Что это? Что это? До? Это до? Кому нужно до? Кому не хватает до? До, какой там октава у тебя? Второй. Второй октава. До второй октавы. Нужна? Лот номер один продается. До второй октавы. 500 рублей. Это больше. Дать до? Давайте все вместе дадим до, окей. Дайте просто до, каждый. Все, что вы слышали до, это музыка авторского сочинения. Мы ее делаем сами. Надеемся, что вам понравилось. И спасибо. В заключение этого вечера, пожалуй, мы сыграем песню группы Bee Gees. You know Bee Gees. BJ's. Everybody knows this song. Everybody knows this song. I bet you will. You know this song. Готов? Готов поставить на кон до, что вы знаете эту песню, друзья. Thank you.
Виктор Жандаров. Just get along.
коли там пусто, коли там буде файн. І зачем подається на суперстар, а коли там пусто, коли там буде файн. І зачем подається на суперстар, а коли там пусто, коли там буде файн. That's right, boy, yeah. Feel that shit. For real. Спасибо, дорогие друзья. С вами было очень приятно. Вы знаете, так, уютному, по-семейному, хоть и мы с вами мало знакомы, но вот мы и познакомились, собственно говоря. Приходите на наши концерты, мы будем рады. You want more? Yes? А сколько времени сейчас? 22. 21. Кто-то говорит, давай еще две, кто-то говорит, еще одну. Еще две, еще две. На самом деле мы сейчас вообще импровизировали все это время почти, вот последние минут 5. Ну давайте, окей, попробуем. Дайте какой-нибудь звук такой вот нормальный. Я не могу определить тональность, это сложно. Окей. Так, ну хорошо. Артём, давай, заводи. Thank you.
When I open my eyes in the morning, I was thinking that I still didn't dream, 'cause you was right on my bed like a shining star. I've been watching at you as a meme. What? Peace. Peace. We play for peace. Okay, for play. If you wanna play for peace, it must be something like that. Reggae music. Who like the reggae music? Okay. This is Moscow music, you up to Moscow music now. This is Moscow music, you up to Moscow music now. This is reggae music, you up to Moscow music now. This is reggae music, you up to Moscow music now. This is reggae music, you up to Moscow music now. This is reggae music, you up to Moscow music now. Reggae music, you up to Moscow music now. This is reggae music, you up to Moscow music now. This is reggae music, you up to Moscow music now. This is reggae music, you up to Moscow music now. This is reggae music, you up to Moscow music now. This is reggae music, you up to Moscow music.
work on music now. Спасибо, дорогие друзья, с вами была группа Белка Бэнд. Я предлагаю вам не расходиться, потому что сейчас, совсем скоро, здесь будет бешеная тусовка. Кто знает Soul Kitchen? Парни из Soul Kitchen. Yeah, that's what's up. Друзья, Белка Бэнд, от нас вам низкий поклон, друзья. Илюшка, идем к нам. Юрка, идем к нам. И Илюшка тоже.